Видите, даже уточки плавают. Ловят рыбку. Все, такое чистить, сколько рыб. Ну, прям стаи. Стаи рыбок. Ну, классно, в этом году очень классное море. Очень. Видите, какое чистенькое. Мы в Одессе. Так. Так, Регина, а что вы спрашивали, когда мы домой идем? Непонятно. Непонятно. А мы в Одессе, ходим по морю. Ну, давайте еще. Может, 5 минуточек и все. Я хочу поплавать и дела делать. Понедельник, день такой нелегкий. Я уже с 6 утра на ногах. Уже вот это, только вот тут вот присела наконец-то, когда чуть-чуть на песочке тут посидела. И с вами опять надо ходить, чтобы вам показывать. Сядешь, вам будет неинтересно. Где-то мой ребенок. Где мой ребенок? Смотрим. А, батюшка. Видим. И все, и уточка была. Вон раз, два уточка. Раз, два. Далеко. И когда я... А, вон три уточки. Ну, короче, круто. Когда я сейчас пойду плавать, они будут прям возле меня там шариться. А это укрепляет, кстати, маску. Это очень хорошая маска. Не надо тратить на эту химию кучу денег. Натуральная маска. Море также укрепляет очень ногти хорошо, как кальций, соль и волосы. Так, я даже, бывает, у меня длинные волосы, я даже специально, бывает, их мочу. Скажу вам секрет. Сегодня, правда, не мочила, но вообще стараюсь мочить. Они так укрепляются. У нас вообще с природы столько нам всего дает, а мы это все не используем. Вещи. Вот мне собака подрала, я свою собаку защищала, у меня чуть-чуть пальцы как это видно, поводком перетерла до костей. И вот я, кстати, после моря тоже так хорошо заживают ранки. Это йод, ребята. Мне кажется, что море вообще все лечит. Душу, тело. Просто никто его не ценит, особенно мы, ну, кто местный. Я ценю море. Большинство одесситов не ходят на море, не любят. Не знаю, я всю жизнь у моря живу и сделала все, чтобы жить, прям, чтобы быть, и море было. Всегда хотела. И дом купили прямо у моря. Только там, где мой дом, не пускают на пляж, и приходится все равно ехать сюда. Но все равно... Море того стоит. И тебе, кросс хорошего. Сейчас еще пару минуточек, и мы уже будем идти. Все, ребятки, я буду заканчивать. Я хочу поплавать, потому что, ну, блин, офигенная вода. 20-21 градус, может, даже. Даже больше, чем 20. 100% даже больше. Короче, вот такая вот, знаете, офигенная. Вот то, что освежает. Раз и круто. Все, заходите на эфирчики. Завтра утречком постараемся по времени заскочить на пару часиков. Покажем вам, какое море у нас будет. Все, всем хорошего денечка. Обнимаю, всех целую. Спасибо, что заскочили. Подписываемся, ребят, не теряемся. Ездим по выходным на танцы. В пятницу на танцы, в субботу танцы, музыка, дерибасовская, гуляем вечерами. В общем, подписывайтесь. Смотрим, чем живет Одесса вечерами. Все, смотрим, ставим лайки, ставим комментарии.